Открытый кубок Старого Оскола по хоккею – турнир для нашего города новый. После долгих раздумий наши местные хоккеисты все-таки приняли решение – местной лиге нужно быть. В этом первом кубке заявились 6 команд, а цель, конечно же, повысить интерес горожан к этому виду спорта. Я думаю, что да, нужно. Как бы первый раз в Старом Осколе такое затеяли. То есть и со льдом как бы проблем никаких, каждый играет в свое время, в тренировочное. В турнире принимают участие 4 староскольские клуба и 2 иногородних. Это Горшечная и Репьевка. И в своем стартовом матче горшечинцы победили, что стало отчасти мини-сенсацией и добавило интриги. Как бы мы занимаемся где-то около года хоккеем. Ну, как бы сдружились с ребятами и решили попробовать свои силы. Как бы посмотреть, кто на что способен. Ну, вот вчера была у нас игра, с друзьями играли. Ну, получилось, выиграли 5-7. Ну, нормально, как бы ребята старались, все на позитиве. Главными фаворитами считаются хоккеисты клуба «Оскол». Там собраны возрастные и опытные хоккеисты. В первой встрече они катком прошлись по клубу «Дружба» 5-0. Ну, опыт, мастерство. Мужики играли по турнирам «Золотая шайба» практически все. Так что на коньках с детства. А мы, любители, организовались. Ну, кто 3, кто 4 года, кто, может, только год играет. Поэтому пытаемся догнать их, но тяжело пока играть. Лучшим в этот вечер у «Дружбы» был вратарь, которому пришлось отбиваться, по сути, все 3 периода. Ну, очень сложно, если брать в учет то, что я уже давно, как говорится, не играл. И летом сделал операцию на ногу. Так что для меня игра складывалась очень сложно, особенно первый период. Второй, третий период уже как-то более-менее втянулся и полегче стало. Перспективы у турнира есть. Если этот кубок пройдет удачно, то наверняка количество команд и география расширятся.